Так, у нас тут экстремальная велопрогулка. Приехали. Сегодня мы на такой деревянный мост интересный. Так, он скоро рухнет, наверное, уже. Сегодня еще после половодья осталось много воды вокруг. Вот приехали с отцом на велосипедах. Такая красота вокруг. Так, это у нас как раз старое русло реки Клязьма, Черема. В детстве мы здесь останавливались на шашлыки в палатках. Так, сверху самолет летит.